Здравствуйте, дорогие телезрители, меня зовут Мельниченко Андрей. Сегодня я вам расскажу, как можно в домашних условиях растянуть мышцы спины. В этом мне сегодня поможет Андрей Гладун, наш коллега, а также наш клиент. Первое, с чего мы начинаем, это классическое вытяжение. Вам необходимо лечь на пол, ложимся на спинку, ручки вытягиваем за головой, ножки также прямые, носочки от себя, дышим спокойно, равномерно, и в этот момент стараемся от центра потянуться в стороны. Ручками тянемся вверх, ножками тянемся вниз. В данном положении мышцы спины, а также связки и фасции, которые покрывают мышцы, приходят в максимальное натяжение. То есть фиксируемся в данном положении на 15-20 секунд. Для начала рекомендую делать 2-3 таких подхода. Второе упражнение для растяжки мышц спины – это мягкая скрутка. Исходное положение – лежа на спине. Одна ножка вытянута, прямая. Вторую ножку перебрасываем коленом через бедро. Голеностоп ложим на коленный сустав. Левой ручкой беремся за правое колено, за правое бедро. Правую ручку выводим в сторону, голову держим ровно и стараемся себя потянуть рукой, стараемся дотянуть колено к полу. Дышим спокойно, равномерно, без резких движений выполняем данное упражнение. Фиксируемся в данном положении на 10-15 секунд. Также рекомендую делать 2-3 подхода для начала. Данные упражнения будут способствовать поддержки эластичности ваших мышц, а также будут держать ваши связки и фасции в тонусе. Спасибо за внимание. До новых встреч!